меня больше по цифрам интересует. Вот мы сейчас на экскурсии, когда были, и я увидела китайцев за пультом управления. Вот я вижу здесь зампредседателя СНБ, ККНБ сидит, да, скажите, пожалуйста, ТЭЦ – это объект стратегического значения национального масштаба или нет? Спасибо. А почему рулят китайцы? Да. Я задаю вопросы да, так, как отвечу, есть. Да, я вам отвечу на этот вопрос. Вы знаете, что в прошлом году в августе завершена модернизация ТЭЦ, и по контракту они в течение 2 лет полностью гарантированы. Да, это мне Нурлан Мурза рассказал. Вот, хорошо, да, они сказали, что согласно договору. Да, вот видите, условно говоря, 5 китайцев и 5 наших местных работников. Во сколько это обходится нашему бюджету? Мы не этот. Ну, вы сейчас не правы. Во сколько это заложено в смете китайской? Найдите цифры. Значит, это кыргызскому бюджету за 2 года обойдется можно в 3 миллиона долларов. А если со всеми процентами, во сколько это нам обходится? Скажите, пожалуйста. Гельчимде андай цифра жок. А это жазылган, что биринчи жыл гарантийная эксплуатация. Полностью кытайлыктар иштейт. И биздин персонал төлөйт. Экинчи жыл это гарантия качества. Ошондо биздин персонал иштейт, а бир кандай бузуулар болсо, бардык Кытайдын эсебинен оңдолот деп жасалган. Мен мындай деп ойлойм да, 2 жыл иштеген адамдардын акысын кытайлар төлөп атат деген сөзүңүз туура эмес. Буну кыргыз бюджетте биз төлөп атабыз, салык төлөөчүлөрдүн акысы менен төлөнүп атат да. Ошону моюнга алыш керек, бул биринчиси. 3 миллион доллар деп атасыздар. Эмне Кыргызстан жарандарынын арасында ошондой специалисттер жокпу? 2 жыл эмнеге биз кытайларга төлөп берип атабыз? И вот зампредседатель СНБ, у меня к вам вопрос. Почему вот такие вещи не контролируются вами? Может быть, 2 дня поэтому они не могли объяснить? Может, они там в кнопках не могли разобраться? Наши. Вам никто не говорит, чтобы вы влезали в вопрос финансовой деятельности. Там на месте это управление. Мы отдали ТЭЦ управление иностранцам. И то, что произошло последние 3 дня, это диверсия по отношению к собственному народу. Мы этот вопрос тоже будем изучать насчет диверсии, подрыва, вредительства. На сегодня, вы знаете, возбуждено уголовное дело генеральной прокуратуры по фактам халатности. Но это только начало, там уже расследование покажет.